Слава Богу! Так что, друзья, благословение вам всем Господних во имя Иисуса Христа. Аминь. Совершайте причастие, Евхаристию, хлебопреломление. Благословляю всех вас во имя Господне. Кушайте, назидайтесь, рассуждайте. Вот. Я чаще всего в эфире делаю прямом, хотя можно сейчас сделать это без эфира. Выключиться, чтобы каждый из вас лично пред Богом порассуждал сейчас, поразмышлял, потому что вот эти многие вещи, они совершаются в тайне. И хотя я совершаю это вот сейчас на публику, на обозрение, но на самом деле каждый из нас совершает это пред Богом, совершает это в Нем, в Господе, в Иисусе Христе. Поэтому совершайте это лично пред Ним, рассуждая. Мартин Лютер, великий немецкий реформатор, он говорил очень мудро однажды, тогда еще в 16 столетии, что человек, который думает, что да, Иисус есть Христос, Он Царь, Господь, Он над всеми нами и всех Господь, это, говорит, не спасает вера его. А какая вера спасает, он дальше рассуждает. А вот такая вера, чтобы понимание было у человека конкретного, что это Иисус Христос, лично мой Господь, лично мой Спаситель, Он мой Целитель. Он не просто за всех свою кровушку пролил, а лично за меня. Поэтому даже принимая причастие либо в домах, либо вот там в пузатой хате, либо, значит, вот так вот один на один сейчас, вот, или в трансляции, да, вот, или же там красиво так вот помпезно, там, литургийно, допустим, да, так церемониально, красиво. Даже если это в многотысячном собрании, вот, в многотысячном таком богослужении христианском, неважно. Каждый раз все равно, даже если это ты находишься в толпе людей, или в сети сейчас интернета, да, значит, где могут люди, просто миллионы людей могут смотреть тебя. Знаете, все равно каждый раз человек это совершает один на один с Богом. Это честно, я вам говорю. Один на один с Богом. Поэтому поговори сегодня со своим Богом. Прямо сейчас. Поговори с Богом прямо сейчас. Именно со своим Богом. Он твой отец. Ты его сын. Ты его дочь. Ты его дитя. Как чадо возлюбленное, зная, что Он любит тебя, и Он свою любовь доказал. У человеческого рода до Иисуса Христа, до Его пришествия, до пришествия Машиаха, да, были поводы сомневаться в Боге, были поводы сомневаться в любви Божьей, может быть. Ну, повод, в принципе, всегда найдется для человека, не желающего веровать, не желающего любить, закрывающего свое сердце от любви Божьей. Но, дамы и господа, братья и сестры, 2000 лет назад ситуация резко изменилась. Теперь у человека нет никакого оправдания абсолютно не верить, не любить, не надеяться. Потому что Бог 2000 лет назад на Голгофском кресте, Он доказал к нам свою любовь, отдав Сына Своего за нас, Иисуса Христа, праведника, Агнца Своего. Агнец от века закланный, как открывается это таинство в Новом Завете. Потому что, с одной стороны, это произошло исторически 2000 лет назад. Но действительность такова, что сам Господь, Он от века сущий. Сам Господь, Он вечный Бог наш. Аллилуйя. Аллилуйя. И поэтому Его кровь святая прямо сейчас действует в нас, верующих, и через нас. Кровь святая, я призываю сейчас силу крови Господа Иисуса Христа, омывающую нас от всякого греха. Хотя события 2000-летней давности, Господи, но это сегодня, сейчас актуально, прямо сейчас. Потому что причастие, Евхаристия, это не просто хлебушек. Это не просто плод виноградной лозы. Это Ты в нас, Христос, сущий Бог, в нас, верующих. Спасибо Тебе, Господь. И Ты сейчас тот же. Ты не только вчера, и не только вовеки, но Ты сейчас тот же. И вот сейчас это вот оно, наше хлебопреломление, Евхаристия святая, причастие тела и крови Христа. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Тело Христа, кровь Христа. Да, это так. Это правда. Спасибо Тебе, Господь.
Ты живешь во мне, а я в тебе. И сегодня в этой Евхаристии Святой, в этой хлебопреломлении, причастии, я погружаюсь в тебя, твою любовь, в океан Божьей любви, в котором подлинно нет начала и нет конца. А ты погружаешься в меня, а я в тебя. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Погружаюсь в Тебя, Господь, с головой. Погружаюсь в Тебя, в океан любви Твоей. Ты познаешь меня, я познаю Тебя. В этом временном вечное, в этом временном измерении безграничный Ты, Бог, ныне с нами, сейчас, здесь. Благодарю Тебя за моих братьев, сестер, за всех уверовавших, за всех еще тех, кто на пути. Боже, благодарю Тебя за Твою любовь. И прошу Тебя сейчас, благослови всех нас, причастников и причастниц, тела и крови Твоих святых. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Ешьте, пейте. На здоровье. Иисус. Да, вот Иисус Царь. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, Боже. Спасибо. Спасибо. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе, Царь всей Вселенной. Спасибо. Спасибо, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь. Кровью Иисуса Христа я спасен навсегда-навсегда. Я исцелен на самом деле. Спасибо. Я благословлен всеми благословениями небес через жертву Твою святую, тело ломимое на кресте, кровь святую, пролитую за меня. Благодарю Тебя, Господь, за тело Твое и кровь Твою. Ты живешь во мне, а я в Тебе. Ты – это я – это Ты. И ничего не надо нам. Спасибо Тебе, Господь. Благословляю всех вас, друзья. Благословляю сейчас свою семью, супругу свою благословляю, детишек наших, внуков наших. Благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благословляю всех вас, возлюбленные Божьи дети, сыны и дочери, любящего Небесного Отца, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя.
Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Благослови народ свой миром, посети виноградник, насажденный Твоей рукою, и благослови виноград сей во имя Твоей великой любви, во имя Иисуса Христа Спасителя. Аминь, аминь, аминь. Братья и сестрички, дочечки и сыночки любимого нашего Папочки Небесного, Аввы нашего. Доброй ночи всем. Пусть Бог во сне дает откровение вам, каждому из нас. Мы нуждаемся в этом назидании не только днем, но и ночью. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Завтра утром в 6 утра по киевскому времени подключайтесь. Также на утреннюю молитву, трансляция с утренней молитвы. Роман пишет: мы вдячны вам, пастор, за молитву. Благослови вас Господь, счастья, добра и миру. Вам довгих років служіння Господу. Амінь. Амінь, амінь. Дякую, дякую, брате. Хай щастить цілодобово. Алілуя. Хай Бог рясно благословить. Алілуя. Все с миром Божьим благоставляю из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь, Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать. Доброй ночи, благословений, приятных сновидений. Благословение Алексей Коваль. Привет с Полтавы. А, слава Богу. Всем святым в Полтаве радоваться. Еще говорю, радоваться. Даст Божий у вас послужу Словом Божьим. Давно не был в Полтаве. Кстати, познакомился не так давно, как раз возле Полтавы, там, где как раз вот Диканька, неподалеку, церковь Пятидесятников. Вот, сами, семья сама Западной Украины, там церковь начала, ну, давно уже. Вот, даст Бог, посещу их тоже. Так что пусть Бог благословит вас всех. До встречи и на земле, и на небесах. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.